Эндоскопичная урология развивается на Гродзенщине. Врачи, которые занимаются данным профилем допомоги, активно освоивают новые виды малотравматичных операций, у том числе дякуючи набитому сучасному высокотехнологичному обсталяванню. Ганна Герасимович, подробязні. Сучасная медицина – это ставка на мини-инвазивные технологии. Тому при проведении операций разных диагностик врачи отдают перевагу лапароскопичным и эндоскопичным методам. Отповедное обсталявание позволяет выполнять высокотехнологичное хирургичное вмешание без великих травмирующих разрезов. Отповедно, послеоперационный период значно уменьшается, и пациент хуже вертается до привычного ладу життя. В этом году, благодаря Главному управлению здравоохранения, закуплена лапароскопическая стойка, без которой в урологии сейчас нельзя развивать дальнейшие малоинвазивные эндоскопические операции. И лапароскопические операции у нас внедрены с 2016 года. Но, к сожалению, у нас своей стойки не было. Приходилось просить в хирургическом операционном блоке для проведения этих операций. Но в июле этого года она установлена, запущена, работает. И, конечно, наша в дальнейшем мечта, перспективе, востребованность ее в плане лапароскопических малотравматичных операций ежедневно. По 2-3 операции. Есть возможность дальнейшего развития лапароскопии. Это в виде то, что мы перспективы были уже операции, но единично более на широкий поток. Это резекция почки, это нефректомия. В данный момент спектр операций лапароскопических составлял еще камни мочеточника длительно стоящих или измененным стенкам мочеточника, удаление особенной локализации верхней и средней трети. Это операции по поводу варикоцели лапароскопические. Ну, пластика гидронефроза также проводится у нас, и активно у нас есть желание осваивать также малотравматично, эффективно. Оно по эффективности сравнимо с открытой операцией, намного меньше по времени и меньше травматичной операции. Выконывать эндоскопичные операции гродзенские урологи начали еще у 90-е минулого стагодия. С каждым годом спектр малотравматичных умешаний поширался. На сегодняшний день урологи Гродзенской университетской клиники каля 75% операций выполняют эндоскопично. Этому сприяє технологичное развитие профильного отделения, якое, до слова, має статус областного эндоскопичного центра. Отримать тут квалифицированную допомогу могут пациенты из усяго региону. Мы находимся в рентгеноперационной, говорится, наш основной эндоскопический центр, где мы проводим основную массу эндоскопических операций. Позволяет провести эти операции, в частности, вот это вот оборудование. Называется «Уроскоп Аксесс» фирмы «Сименс». Рентгеновский графический и скопический контроль. Это наши глаза. Мы контролируем проведение эндоскопических операций, профилактика осложнений и так далее. Стоимость его приличная, поэтому находится в одном центре вот, в университетской клинике. Закупка сучасного обсталявання – одна справа. Важно так само подрыхтовать специалистов, которые умели бы с допомогой этой техники выполнять операции на высоком уровне. Проводим на районах мастер-классы, обучение как открытым операциям при необходимости, так и проведение, где есть необходимое оборудование, и эндоскопическим операциям. Поведение. Подготовка кадров – это неотъемлемая часть также нашего базового отделения, то есть чтобы специалист района мог приехать, поучиться, посмотреть, что мы делаем, в конце концов посмотреть нашу внутреннюю кухню, как это все поставлен процесс, поучаствовать в операции, получить определенный навык с целью приехать потом к себе и проводить, освоить эти эндоскопические операции. Тем более, есть возможность сейчас обучения на базе клиник города Минска. Спыняться на досягнутым гродзенские урологи не собираются. У планах урачоу закупка нового обсталявання и укоронение черговых видов мини-инвазивных умешанняў. Як делятся специалисты, эндоскопичная допомога – это уже теперешний час. Але не за горами приход у регион технологий будучини.